Приучать к чистоте и заботе о природе нужно с молоду, уверены организаторы фестиваля «Добро профтех». Тематические площадки расположились во дворе Ульяновского профессионально-политехнического колледжа. Участники – местные студенты и приглашенные волонтеры. За столами ребята учатся сортировке мусора. Также проходит и мастер-класс по плетению сумок из тканевых баннеров. Разумное потребление – лучшее из привычек. В этом уверен инициатор проекта Милана Мишина. Дальше идет утилизация крышечек. Акция «Добрая крышечка» очень известная. Мы немножко пошли дальше, мы решили, что эти крышечки, которые ребята сейчас принесли и сдают, их можно ранжировать по цветам и поиграть в шашки. И новая ульяновская организация «Дом молодых» поучаствовала в экологическом фестивале. Мы являемся с организаторами в качестве экипировки волонтеров, чтобы эти ребята были действительно видны. Не забыли и облагородить территории. Под руководством специалистов по озеленению студенты посадили можжевельник в аллее городов-героев. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.